это карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры. Жители показывают новый генплан Казани. Правда, он пока не утвержден, но на нем четко видно, что по поселку Новая Сосновка пролегает дорога. Об этом жители узнали случайно. Соседи ходили на Груздево, хотели получить разрешение на строительство, но, к сожалению, ему не выдали. Мотивируя это тем, что по новому проекту будет проходить дорога через поселок. И теперь жители практически ежедневно ходят в управление градостроительных разрешений, чтобы понять, быть дороги или нет. Ведь если это так, то могут снести порядка 40 домов, говорят владельцы. Многие строения новые, в них в основном живут молодые семьи, идти им просто некуда. Я мать 5 детей, и все мои дети являются собственниками этих домов, официально зарегистрированы. Мы против строительства этой дороги. Мы хотим, чтобы эту дорогу провели по свободным территориям, где нет еще жилых домов. На сходе они выбрали инициативную группу. Единогласно жители проголосовали против сноса строений. На улице, наверное, будем жить. У нас внуки, у нас дети, у нас, не знаем. За разъяснениями мы обратились в Министерство транспорта республики. Они переадресовали вопрос исполкому города. Нам пришло письменное сообщение. На данной территории действующим и разрабатываемым генпланом Казани строительство новой дороги стратегического значения предусмотрено. Однако в настоящее время не решен вопрос расположения и границ будущей дороги. Теперь жители ждут деталей нового проекта дороги. И, исходя из этого, будут решать, что делать дальше. Альбина Аслагараева, Ильшат Мухаметов, ТНВ «Казань».